Добрый день, уважаемые любители футбола. Добро пожаловать в поселок Златобольск, Кустанайской области, где через несколько... Давайте послушаем гимн Республики Казахстан, и я вас познакомлю с составами играющих команд. И давайте сразу к составам играющих команд. Команда «Тобол» играет в белой форме сегодня. В воротах Дмитрий Непогодов. Команда «Акжитпес» играет в синей форме. В воротах капитан команды Саша Стаменкович, первый номер. Олег Недашков. По мере возможности я буду сообщать. Нейн. Как, хорошо убрал он Мухутдинова. Опасная. Удар в дальний угол. Перед собой отбивает Генков. Отметился контрвыпадом. И готов уже был добить Акжитпеса. И вот свисток. Политыло бьет в нижний угол, но не попадает в ворота. И малый, длинная передача в штрафную. Рауль Джалилов, удар! Попадает. Вот смотрим. И тут же пробивает Рауль. Вратарь не удел. Штрафкачество угловых не переросло. Пятый угловой. Дмитренко. Удар какой, и какой великолепный гол залетает. Сартаков, недолго думая, выбивает Нейн. И вот как с правой ногой. Опасно может быть Шаф. И смотрите, недоволен Мария Михайлович, громко вы. Вот, никто не помешал Юрину, и Юрин успевает и на втором этаже даже отрабатывать. Джалилов, хороший пас, нету вне игры. И Алексей Щеткин убегает один на один и закатывает мяч в пустые ворота, 2-0. Вот так вот, нежданно-негаданно Алексей забивает седьмой мяч. Вот убегает Алексей один на один. Здесь не успевает Стаменкович и закатывает в пустые ворота. Недашковский сместился в центр, отдал, кто это, Шаф, удар с дальней дистанции прямо в руки. Караев, Жембетов, Деспотович. Деспотович с мячом, врывается в штрафную. И как по-пижонски сыграл тут. Повтор прошел, конечно, он замечательно. Смотрим. И вот здесь перекидывал, чуть не вышло. Нейн с мячом, а вот здесь уже можно и пробить. Нет, пас идет на Хорвата. И удар с дальней дистанции, и штанга. Даже не шелохнулся Дмитрий Непогодов. Было, что после... удара об штангу мяч не заскочил. Атакует правым флангом Алексей Щеткин. Входит в штрафную, просит мяч Деспотович. И 3-0. Все сделал, конечно, Алексей Щеткин в этом эпизоде. Великолепный пас отдал на... перехватил уже инициативу Акжитпес и попал в штангу. И вот такая удачная контратака получилась у футболистов «Тобола». Недашковский с мячом. Нарушение правил. В игре с Акжитпесом. Жупа на правый фланг. Молдокараев с мячом. Удар какой хороший. Хорошо мяч лег на ногу и метил в дальний угол. Ну, подача в штрафную. Деспотович отодавил, как и как. Одним движением останавливает мяч, укрощает и пробивает. Не попадает в ворот. Удар.
удар с дальней дистанции. Волков. Генков. Очень много передач. Вот уже штрафной. Игорь Юрин, удар. И вот направо. Отличился, и Дмитренко и Касай сместились к ближней штанге, и против Хорвата остался невысокий Жаков. 3 в 3 идет контратака. Алексей Щеткин, пас на Жулпу. Жулпа еще на Рауля Джалилова. Удар, и четвертый мяч влетает в сетку ворот на 92-й минуте. Хорошая комбинация, как по нотам она разыграна. Подката Артура Сажулпы. Смотрим окончательную уже стадию забитого гола. На раз, два, три. Четыре, один. Еще раз напомню, следующие встречи Тобол проведет на выезде 27 мая в субботу против Тараза. И один на один выходит Щеткин. И сейчас же может даже и красная карточка быть, и пенальти. Смотрим на действия Измайлова. Пожалеет он? Нет? Нет, не пожалел. Красную дал. Ну, по букве закона сыграл. После пробитого пенальти, я думаю, что... Ну вот, итак, Алексей Щеткин бьет, счет 5-1. Точнёхонько в уголочек, и Алексей Щеткин делает дубль. Вот Олег Лисицкий, режиссер трансляции Владимир Фрайнд. Всего доброго.